Ну что, шеф, нашел что-нибудь? Абдульхей, проверьте камеры наблюдения. Значит, ты так заботишься об охране, Джахид. Этот человек смог легко проникнуть в дом. Я же сказал, что хочу остаться здесь, а вы меня вызвали. Ладно, хватит. Уже ничего не изменишь, Джахид. Шеф едва держит тебя в руках. Мы должны сохранять спокойствие. Ну-ка, стой. Брат Мимати, как я могу показать эти кадры шефу? Другого выхода нет, приятель. Ты вынужден показать. Джахид! Покажи номер машины. Найди эти машины. Проверьте все камеры наблюдения в округе. Как прикажешь, брат. Мимати, обойди всех и скажи, что я дам что угодно тому, кто мне его выдаст. Ясно, шеф. Абдульхей, поговори с агентами. Я хочу, чтобы они предоставили любую информацию об окружении Зета. Хорошо, брат. Хорошо, господин директор. Я буду ждать вестей. Булат. Ты должен быть сильным. Я не должен был позволять уходить ей. Ты найдешь ее, не переживай. Ты ведь столько всего пережил. И с этим справишься. Лейла, я должен остаться один. Я приготовил для тебя хорошее место, доктор, чтобы тебе было удобно работать. Не стоило, спасибо. Стоило, доктор, стоило. Некоторое время ты пробудешь здесь. Ребенок Пулат Алимдара важнее всего. Не волнуйтесь, я буду приходить и проверять каждый день. Ты тоже важен для меня, доктор. Я не хочу рисковать. Ходить по улицам Стамбула зимой небезопасно. А вдруг ты споткнешься и покалечишь себя? Или хулиганы на тебя нападут? Лучше ты останься здесь и будешь нашим гостем, доктор. Позвольте мне взглянуть на больную. Где она?
Не спускайте с него глаз. Неджми, как хорошо ты видишь в последнее время. Брат, немного туманно. Я вижу только край своего носа. А сейчас как ты видишь? Брат, сейчас намного лучше. А что я должен увидеть? Скажи мне. Когда ты видел Изета в последний раз? Месяц назад. Он раздавал деньги людям и говорил, что у него будет ребенок. Неджми, открой глаза пошире. Полат Алемдар обещал вознаграждение тому, кто видел или знает место, где находится Изи. Распространи эту информацию. Брат, значит, дела настолько плохи? Делай то, что я сказал. Все получат по заслугам. И те, которые помогут, и те, которые скроют информацию. Когда они оставили машины? Значит, час назад? Алло? Брат, мы нашли автомобили напротив заброшенного завода. Они поменяли их, где нет камер наблюдения. Ясно, Джахид? Ты узнал что-нибудь, Абдульхей? Нет, Ирхан. Брат у себя. Брат, Изет взял с собой только самых верных людей. Даже спецагенты не знаю, где сейчас может находиться Изет и его люди. Да вот бей. У меня для вас плохие новости. Я сегодня сыт по горло плохими новостями, Турул. В чем дело? Господин, Инджиханым... Ее похитили. Как похитили? Кто похитил? Ее украл враг вашего зятя, брат Изет. Я не буду. Но я все-таки оставлю. Вдруг захочешь. А где Изет? Он рядом с женщиной. Вы не отпустите меня? Меня ждут пациенты. И мне принеси чай.
Где я? И ты, и твой ребенок в безопасном месте. Чего ты хочешь от меня? Ты дорого за это заплатишь. Я заплатил сполна. Палат видел это своими глазами. Теперь настала его очередь. Наверняка Палат преподал тебе хороший урок. Палат убил моего ребенка в чреве матери. Значит, ты тот негодяй, кто напал на Диджле? Закрой свой рот! Я думал, что Палат порядочный. А он оказался мерзавцем, лгуном и сплетником. Значит, он преподнес это в таком свете, да? Я видела своими глазами, как Диджле страдала. Ты ничего не знаешь. Я расскажу, как все было. Я потратил все свое богатство и деньги, чтобы стать отцом. И, наконец, мои молитвы были услышаны. Именно тогда, когда я должен был стать счастливым отцом, твой муж убил мою надежду. Мой ребенок ни в чем не виноват. Не бойся. Я не убиваю детей, как твой муж. Отпусти нас. Мой отец даст все, что ты хочешь. Здесь ты в безопасности. Я спасу твоего ребенка от этого убийцы. Брат, пришел Давуд Бей. Как ты мог оставить Инджи одну в доме? Когда я найду ее, ты спросишь об этом у самой Инджи. Почему она так захотела? Я тебя спрашиваю. Значит, вот так ты заботишься о моей дочери? Я забочусь об Инджи настолько, насколько это возможно. Инджи — мать моего ребенка. Похитили не только ее, но и моего ребенка. Хотя бы единственный раз забудь о себе. Давуд Бей, сейчас не время спорить. И не важно, кто виноват в этом, а кто нет. Давайте найдем Инджи, а потом будем продолжать спор. Вы же управляли государством. Вы же говорили, что даже Америка ничего не сделает без вашего разрешения. И вдруг какой-то негодяй похищает твою жену. Перестань летать в облаках и смирись с реальностью, Палат. Будет легче и тебе, и твоим близким. Я приму ваши слова, как слова отца, потерявшего дочь. И не позволю оскорблять себя. Инджи — единственное, что у меня есть. Если с ней что-нибудь случится, вам всем придется заплатить за это. Не волнуйтесь, мы скоро найдем ее. Шеф, он что, пришел просто накричать на нас? Но он прав, Мимати. Ты узнал что-нибудь? Шеф, никто ничего не знает. Словно они провалились сквозь землю. Не знаю, где они. Нет даже его людей и родственников. Шеф, все его люди и даже родственники исчезли. Все исчезли. Ты куда, шеф? К самому близкому ему человеку. Ты не заметил ничего странного, когда люди заходили, выходили? Нет, брат, они действовали очень быстро. Ясно. Они допрашивали вас? Нет, они даже имени не спросили. Брат, ты что-то подозреваешь? Вы меняли свое место? Меняли, брат. Они сначала повезли нас куда-то, а потом увезли в другое место, туда, где вы находились.
Как Мите смог найти это место, брат? Вот этого я не пойму. Во сне увидел. Дядя, есть новости. Оказывается, Джемаль все сделал. От Изета нет вестей, Имдад? Нет, дядя. В чей же курятник залез этот лис, раз его нет? А ну-ка, достань телефон. Я достал, дядя. Найди номер человека коры. Найди. Нашел, дядя. Скажи, чтобы он сказал Каре, что если он хочет увидеть Зазу, пусть поспешит. Изет похитил мою жену. Я тебе говорю. Моя жена на 7-м месяце. Он хочет отомстить мне, потому что я спас тебя от мучений. Никто не знает лучше тебя, какой негодяй этот Изет. Ты только подумай, что он может сделать с моей женой. Ты должна мне помочь. Говори, Диджле. Скажи что-нибудь, я повсюду искал их, я не знаю, что делать. Ты моя надежда. Я не прошу так много, скажи мне хоть слово, дай мне хоть какую-нибудь подсказку. Помоги мне, прошу тебя, Диджле. Говори же, женщина, говори. Говори, я тебе говорю, говори. Инджи в руках этого негодяя. Не молчи, скажи что-нибудь. Господин. Позови врача Хусню. Хорошо, господин. На нас не обратили внимания, потому что мы не были в Израиле. Это неинтересно. Не рассказывай мне истории. Почему вы убили Джозефа? Политика, которую придерживался Джозеф, не нравилась Шамиру. Мы думали, что он выступает против Израиля. Джозеф придумал план, чтобы убрать вас обоих. В тот момент, когда вы встретитесь... Будешь продолжать все отрицать? А что ты хочешь услышать от меня? Я хочу, чтобы ты признался. Я не христианин, моя вера не требует исповеди. Кажется, ты не понимаешь, насколько все серьезно. Ты проник в наши ряды и убил самого влиятельного человека. Тебя не смогут спасти даже твои сионисты. Кажется, ты действительно не понимаешь, на кого работаешь. Твои начальники, их начальники. Конгресс, Сенат, Пентагон. Все они работают на нас. Или ты будешь служить нам, или ты будешь наказан. В чем дело? Господин, вас все ищут, говорят, это очень важно. Сделай что-нибудь, предоставь мне 24 часа. Шамир очень уверен в себе и думает, что может спокойно уйти отсюда. Со временем он начнет нервничать и сомневаться, вот тогда он и сознается во всем. Ты понял меня? Ясно, господин. Иди.
Алло. Госпожа прокурор, извините, что беспокою. Это Хусню. Я человек Полатбея и нахожусь в больнице. В чем дело? Полатбею нужна ваша помощь. Это Полат велел позвонить мне? Это была моя инициатива, госпожа прокурор. Полатбей допрашивал Диджилиханым, чтобы узнать местонахождение Изета. Но, кажется, эта женщина не смогла ему помочь. Я думаю, что будет лучше, если вы сами допросите ее. Что вы такое говорите? Госпожа прокурор, приезжайте скорее. Ему очень плохо. Хорошо. Вы разузнали об Изете? Да вот бей. Я опросил всех своих людей в организации и в спецслужбе. К сожалению, никто ничего не знает. К сожалению. Хочешь сказать, что вы не можете найти этого беглеца? Вообще-то есть один способ, но... Чего ты тянешь, говори! Я с ума сойду. Позвоните Мете. Он хорошо знает, как искать таких людей. Мете нам не поможет. Мы разрушили его карьеру и будущее, когда вытащили на свет его дела. Господин Мете умный человек. Он поможет вам вновь обрести дружбу. Малыш, мой сыночек, красавец. Мой сыночек, красавчик. Молодец, молодец. Дядя, а вдруг у нас будут неприятности? Может, мне сходить проверить? Стой, где стоишь. Я приказал всем, что надо делать. Все знают, что нужно делать. Хорошо, дядя, тогда я проверю. Да что ты себе позволяешь? Не веди себя так, словно ты можешь что-то сделать. Выбирайся. Изо, сынок. Скоро? Скоро у тебя будет братик. Ты станешь братом. Когда я буду старым, вы будете заботиться обо мне. Ты в порядке? Нет, Лейла. Я с ума сойду, если не найду Изета. В таком состоянии ты не найдешь его. Лейла, прошу, не начинай. Ты ведь человек, Булат. Ты не всемогущий. Хорошо, что напомнила, что я человек. Да, с каждым такое могло случиться. Неужели я должен причинять боль всем близким, Лейла? Я не знаю, что мне делать. Нет. В таком состоянии ты ничего не узнаешь ни от Диджиле, ни от других. Да, Лейла. Я не смог узнать. Вот теперь ты и узнай. Добро пожаловать, Давудбей. Спасибо. Признаться, я очень удивлен. Может, ты слышал, что беглец по имени Зет посмел похитить мою дочь? Сожалею, но что вы хотите от меня? Ты можешь связаться с Изетом. Если ты поможешь мне спасти Инжи, я дам тебе все, что ты пожелаешь. Давудбей, вы понимаете, что вы говорите со мной так, словно делаете одолжение? Мете, сейчас не время сводить счеты. На кону жизнь моей дочери. Я понимаю ситуацию, а ты не понимаешь, что просишь о помощи человека, которого погубил.
Я знаю и готов за все расплатиться. Как ее состояние? Она была в шоке. Мы сделали успокоительное, госпожа прокурор. Когда она придет в себя? Примерно через 4-5 часов. С вашего разрешения. Что ты о себе возомнил, Джемай? Думаешь, что привел 5 человек и стал господином? Я встал на этот путь, чтобы покончить с господством, Заза. Для этого не стоило уходить в горы. Надо было прийти к дяде Зазе и все рассказать. Я бы помог. Ты для этого хотел увидеть меня, Заза. Говори, зачем пришел. У меня болят колени, как у тети Хаджер. Кажется, ревматизм. Заза, ты что, смеешься? Видишь, Эмдад, море пошло ему на пользу. Он сразу все понял. Сразу же, правда? Ты думаешь, что перед тобой старый Джамаль? Перед тобой человек, который борется за будущее и благополучие своего народа, Заза. Ты пехотинец или артиллерист? Не люблю я пехотинцев. Но вы не морская пехота, это точно. Я даже уверен в этом. Знаешь, твоя наглость не остановит меня. Я хочу, чтобы ты знал, Заза. Если я смогу одолеть тебя, то тогда я смогу преодолеть любое препятствие. Дурачок. Меня легко победить. Ты должен делать то, что мне нравится, и не делать того, что не нравится. И что же тебе нравится, а что не нравится, Заза? Например, я не люблю суд. Оказывается, вы хотите судить человека, которого я люблю? Теперь все ясно. Ты хочешь этого феодала Зульфикара? Ему вынесли приговор, заплати и забирай. Я не люблю платить. Но ты все же скажи, сколько стоит приговор Зульфикара? Скажи. 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов? Жаль, что вы убили мою любовь к Зульфикару. Вы что, в горах начали считать деньги вместо камней? Брат, чего мы ждем? Еще не время. Когда они приехали, то были настороже. Но Заза заморочил им голову. Они даже не заметят, если мы подойдем. Представляешь? Дядя, холодно. Где же этот Кара? Ах уж этот Кара. Подождем еще. Пусть Заза закончит зарядку. Заза, я смотрю, в городе тебя научили танцевать, да? Научили. Вижу. Посмотрим, что станет с тобой в городе. Будь осторожен, иначе на тебя оденут платье и сделают танцовщицей. Давайте.
Что происходит, Заза? Ты устроил мне ловушку? Уберите оружие. А что, если не уберем? Заза, ты что, продал меня этому шпиону? Джема, отпусти племянника. Они ничего тебе не сделают, пока я здесь. Отпусти. Джамаль, я бы уже давно убил тебя, если бы хотел. Так чего ты ждешь? Почему вы устроили эту западню? Надо поговорить. Я знаю, как ты разговариваешь с революционерами. Правильно. Но на этот раз все по-другому. Послушай. Я видел разных изменников. Тем более видел многих в вашей банде, но... Но не лицезрел порядочных и непродажных. Каждый член твоей банды служит кому-то, а ты, по крайней мере, свободный. И нам надо с тобой поговорить. Ты много лет прослужил стране, но у тебя даже крыши над головой нет, Кара. Стой, стой. Не надо. Не надо. Джамаль, я все равно не убью тебя, не старайся. Если, конечно, сделаешь то, что я скажу. Не надо. Не надо путать меня с продажными псами. Нет. Я не путаю. Но если ты не послушаешься, тебе недолго придется жить. Я даю тебе шанс не умереть при внутренней разборке в банде. Если ты послушаешь меня, то окажешься во главе этой банды. Кара, ты в своем уме? Ты думаешь, что организация похожа на твою шайку из 5 человек? Перестань, Кара. Перестаньте спорить. Придите уже к компромиссу. Ребенок замерз. Здесь же суровый холод. Нам не о чем говорить. Я не собираюсь сотрудничать с тобой. Ты уверен, Джамаль? Ты ведь встретился со мной. Кто теперь поверит тебе, что ты не шпион? Я не обязан никому, никому ничего объяснять. Ты уверен? Рано или поздно они узнают, что мы встречались. Послушай меня. Хорошо. Иди. Но подумай о моих словах. Подожди. Ты куда? Мне не отдали Зульфикара. Заза, принеси 10 миллионов долларов, и Зульфикар твой. Зульфикару это точно не понравится. Ты лучше иди. Заза даст тебе деньги. Вы что это, сделали из меня козла отпущения? Это я должен взять с вас денег? Я оставил свои дела. И я еще должен вам денег? Я всегда не любил Зульфикара. Теперь понял, почему. Заза. Делай, что я сказал. Дядя, ты вписал свое имя в историю. Чего только люди не делают, чтобы остаться в истории. В космос летают, государство создают. А что 10 миллионов долларов? Я не люблю историю, Имдад. Я люблю деньги. Деньги. Ладно, пошли, пошли. Холодно. Здравствуйте.
пришел отец, я не заметил. Есть новости, сынок? Нет, отец, я с ума схожу. Возьми себя в руки, сынок. На этот раз у меня плохое предчувствие. Я чувствую себя беспомощным, отец. Ты устал, сынок. Но беспомощность не преграда для нас. Наш путь — это путь борьбы, борьбы и надежды. Это конец пути, папа. Я зашел в тупик. Если это конец пути, у тебя есть воля начать новый путь, Пола. Всевышний говорит, что испытывает людей их имуществом, жизнью и близкими. Каждый человек проходит через испытания в меру своих сил, сынок. Всевышний дает нам столько сил и терпения, насколько огромна эта беда, сынок. Отец, моя жизнь и имущество меня не волнуют. Я больше не могу видеть, как страдают близкие мне люди. Если я еще хоть раз кого-то полюблю в этой жизни, разве это в твоих руках, сынок? Это ведь тоже милость Аллаха. Ты полюбишь, если этого пожелает Он. Когда умерла Элиф, ты тоже так говорил. Потом пришла маленькая Элиф, Лейла пришла. И еще одна в дороге. Даже Инджи заняла место в твоем сердце. Аллах велик. Ну вставай, вставай, сынок. Тебя зовут. Скажи, чего ты хочешь своему покровителю? Ну, как ты? Кажется, Полат расстроил тебя. Держи. Даже если ты не хочешь говорить, говорить буду я. Я любила только одного человека в этой жизни. Так сильно любила, что смирилась, что у него будет ребенок от другой женщины. Ты наверняка думаешь, что это малость по сравнению с тем,
что ты пережила. Но если ты когда-то действительно любила кого-нибудь в этой жизни, я думаю, ты поймешь меня. Я хочу признаться тебе. Послушай. Когда я услышала, что Инжи похитили, я была рада. Правда. Потому что поняла, что ее теперь не будет между нами. Но потом мне стало очень стыдно. Я увидела, как страдает человек, которого я люблю. Даже если Инжи и стоит между нами. Но она ведь носит ребенка Пулата. Она носит ребенка, которого я никогда не смогу родить. Я никогда не смогу родить. Я не смогу родить ребенка Пулату. Но я могу спасти ребенка Пулата, если ты поможешь мне. Я могу увидеть, как он сможет обнять своего сына. Я люблю его так сильно, что готова быть несчастной всю жизнь, только чтобы видеть его счастливым. Я готова отказаться от него. Любить иногда это значит отказаться от любимого, от счастья. Я не могу ничем помочь. Хватит и того, что ты ответишь на вопросы Пулата. Остальное мы сами сделаем. Если у тебя есть время, Диджиле хочет поговорить с тобой. У него есть человек с длинными волосами. Он доверяет ему и племянникам. Как я могу найти их? Никак. И Зет никогда не сводит с них глаз. Но должен быть способ. Неужели у них нет родителей, родственников? У Невзата есть невеста. Сунгюль. Это я познакомила их. Они очень хорошие.
Они очень подошли друг к другу. Он знает о тайне Изета. Поэтому и держит его при себе. Но Сунгюль найдет его. Открой рот. Убери, я не хочу есть. Ешь, ешь. Если ты не будешь есть, Изет съест меня заживо. Ты у меня сейчас получишь. Что ты делаешь? Господин, доктор сказал, ей надо есть. Я поломаю тебе руки, как ты смеешь бить женщину, которая родит нам ребенка. Ты куда, Сильви? Я должна отчитываться перед тобой? Должна. Ты действительно возомнил себя главным? Я иду к Мимати. Что ты сделаешь? Сильви! Если ты внук Лазазии, то я его внучка. Не мешай мне. Иначе я опозорю тебя перед твоими собаками. Уйди с дороги. Где этот Изет? Я ничего не знаю. Я что, зря отправил тебя к людям Изета? Брат, он общается только с очень надежными людьми. Разве он не беглец? Как он может управлять своими делами, когда его нет? Он создал хорошую систему. Все делают его люди. Что делал Изет перед тем, как скрыться? С кем он общался? Говори. Он общался со всеми. Но есть очень странный доктор. Что это значит? Не знаю, брат. Он держит его рядом. Он потратил на него много денег. Медоборудование закупил. Азиз, обойди всех фармацевтов. Разузнай, кто что знает. Брат, мое дело сидеть в офисе. Но почему ты не в больнице? Эрхан, какая разница, где я, там или здесь? От меня нет никакого толка. Шеф там сходит с ума. А я не могу ничем помочь. Я не могу видеть его в таком состоянии. Я не могу, понимаешь, Ерхан? Брат, мы, оказывается, недооценивали мелких бандитов вокруг нас. Думали об Америке, Израиле, а какой-то беглец нас обвел вокруг пальца. Что ты здесь делаешь, Сильви? К тебе пришла. Что значит «ко мне»? Зачем я тебе? Что нужно? Я не могу сидеть в том доме. Они все ненормальные. Значит, они дураки, а ты умная. Я буду жить у тебя. Не неси чушь. На меня и так навалилось столько проблем. Не вынуждай меня выходить из себя. Давай. Если тебе станет легче. Иди домой, Сильви, не испытывай мое терпение. Но если ты не хочешь, я сама найду место, где мне жить. Сильви! Мне что, силы отвести тебя к матери?
Да поймите же вы, что силой не сможете заставить меня что-то делать. Вот смотри, какой я силой делаю это. Вперед! Я сдаюсь. Опять просидели до утра. Это последняя партия. Я должен идти. Брат Яшар, ты опять оставил нас без гроша? Ты ведь проиграл всего лишь 5 миллионов. Неужели это так много? Два открытых. Вижу, еще два. Еще четыре. Вижу четыре. Я пас. Согласен. Вот. Вижу, что у тебя? Вот и все, господа. До свидания. Игра еще продолжается. Ты ошибся адресом. Если хочешь играть, иди в парк во дворе. Какой парк? Детский парк, напротив. Что происходит? Уйди с дороги. Но где твой брат? Что это, брат Яшар? Ты рано закончил. Позвольте. Если ты впускаешь детей, купи себе игровой автомат и дай детям жетоны. Так будет лучше. Раз твоего сына нет, я тебе почти как сын. Разве есть учитель лучше тебя? Научи меня своим трюкам, сделай одолжение. Я всегда готов преподнести урок молодым, Пусат, но сейчас не время. Сядь. Не выходи за рамки, Пусат. Иначе ты получишь первый урок. Я получил первый урок, не беспокойся. Я не забыл урок, который ты преподнес мне дома. Ты что, собрал людей деда и решил показать нам, на что ты способен? Не преувеличивай, брат Яшар. Мне сказали, дядя Яшар самый лучший игрок, и я решил поиграть. Тебе что, жалко своих денег? Господа, позвольте нам сыграть. Никто никуда не пойдет. В чем дело, брат Яшар? Не хочешь, чтобы люди видели, как ты проигрываешь? Не тяни. Начинай любую игру. Будем играть по-мужски. Каждая карта — миллион. Итак, что тебе дать? Нельзя играть мамиными карманными деньгами в карты. Нет, это деньги отца. Перед тобой отец. Ну, хорошо. Тогда дай мне дочь. Теперь чакыром буду я.
Я и господин, и отец. Или вы будете подчиняться мне, или я вас всех порублю. Смотри, как красиво. Перестань, все и так запутано. Не знаю, чему больше огорчаться, потери сестры Диджили или что свадьбу отложили. Сонгюльханым? Чего вы хотите от меня? Мы должны поговорить с вами. О чем ты хочешь говорить, убийца? Сестра Диджлия была мне дорога. Какой убийца? Ты думаешь, что Диджлия умерла? Уходите, или я вызову полицию. Не бойтесь, мы не причиним вам зла. Иззет похитил мою жену. Вот и правильно. А ты убил его жену. Диджлия жива. Это она меня попросила поговорить с тобой. Я тебе не верю. Зульфикар, мы прощаем тебя от имени нашего народа. Мне не нужно прощение разбойника. Пусть Азраиль возьмет мою душу. Вставай, а ну вставай! Тебе не надоело читать свои проповеди нашему народу? За тебя заплатили. Кто? Слушаю. Оказывается, ты продал изъятый инвентарь для операционной. Почему спрашиваете? Отвечай. Куда вы отвезли это оборудование? Мы не отвозили, мы только продали, и все. Чего этот инструмент? Это для стоматологов. Они этим удаляют зубы. Ты проверяешь их перед тем, как продать? Насколько они качественные? Наши товары с гарантией. Я еще не дал гарантии. Сейчас я по одному вырву твои зубы. Если ты хоть пихнешь, я и твой язык вырву. Не надо! Я скажу вам, где они, я скажу! Ты и так скажешь, но ты украл мое драгоценное время. И ты за это должен заплатить. Так что терпи. Не надо преувеличивать, Зульфикар. Зульфикар, проходи, проходи. Я слышал, тебя поймали. Я им послал весточку, сказал, что Зульфикар приятель и друг Зазы. Сказал, чтобы они тебя отпустили. Отправил им деньги.
Слава Аллаху, тебя освободили. Слава Аллаху. За-за. Тебе не стыдно давать деньги этим разбойникам? Имдад? У меня что, начались проблемы со слухом? Дядя Зульфикар говорит мне спасибо за то, что благодаря мне он избавился от разбойников. Не так ли? Скажи мне. Ну, именно так и сказал дядя. За-за, как ты посмел играть моим именем? Лучше бы они убили меня, чем платить им выкуп. Как я теперь буду жить с таким пятном? Ты подумал об этом, За-за? Ну скажи, что ты дал карманные деньги, а не выкуп. Что для тебя 20 миллионов? Это ведь так мало. Каких-то 20 миллионов. Тебе не стыдно? Ты платишь, да ты еще и лжешь. Ты дал 10 миллионов. Ты кому веришь, мне или преступникам? Я верю словам Имдада. Он мне рассказал все по дороге. Так что не волнуйся, я знаю. Я предупредил Имдада, чтобы он говорил тебе все постепенно. Сначала сказал 10 миллионов, а потом я скажу еще 10. Ведь так, Имдад? Да, дядя. Я не дам ни 10, ни 20 миллионов. Делайте со мной, что хотите. Что я могу сделать? Только крепкий кофе могу сделать. Кто знает, может, тебе еще придется дать мне не 20, а 50, если будут проблемы. Имдад, принеси дяде кофе. Хорошо. Смотри. Сестра Диджли. Он говорит правду. Дядя Изет действительно так с тобой поступил? Что я должна сделать? Позвони жениху. Мы должны узнать, где они. Я не могу. Его телефон отключен. Они где-то скрываются. Он не сказал, где. Он звонит мне, когда у него есть возможность. Метабей пришел, с ним 4 человека. Они ходят вокруг участка. Брат, наши люди говорят, что Мете гуляет где-то рядом. Немного погуляет и уйдет. Он не сможет найти нас. Брат, я не понял, почему Мете ищет нас? Наверняка Давуд отправил его в качестве посредника. Брат, что мы будем делать?
Вообще-то надо поговорить с ним и узнать, насколько Давуд любит свою дочь. В чем дело, Митебей? Вы присматриваете участок? Да, здесь красиво. Ты тоже его присматриваешь? Это Давуд Бей отправил вас ко мне? Изет, ты совсем не изменился. Сразу начинаешь говорить о деньгах. И ты, и я любим деньги. Будем говорить на языке, который нам понятен. Ну что ты смотришь? Если ты посмотришь в мои глаза, то поймешь, почему я так смотрю на тебя. Я же люблю тебя. Люблю. Ты опять стала говорить глупости. Ты позоришь нас перед людьми, Сильви. Меня не волнует, что говорят люди. Что ты думаешь? Я думаю, что это твои глупые детские капризы, Сильви. Вот что я думаю. Думай, как хочешь, но я знаю, что я чувствую. Я все время думаю о тебе. Ты в моем сердце. Мне больно каждую секунду, если я не вижу тебя. Пройдет, когда повзрослеешь. Ты еще ребенок, какая там еще любовь? Сильви! Я не могу жить без тебя, пойми же ты это! Что ты делаешь, Сильви? Сильви! Сильви, иди сюда! Не глупи, Сильви! Скажи мне правду. Ты меня любишь или нет? Сильви, девочка, хватит! Хватит, стой! Не подходи! Ты совсем рассудок потеряла? Ты можешь упасть! Иди сюда! Я Сильви, сказала, не подходи! Иди сюда! Сильви, прекрати! Не подходи, я спрыгну. Я сделаю это. Не глупи, идем. Сильви. 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 Сильви! 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 Иди ко мне! Но все, все, все позади. Как ты мог без нашего ведома выдать дочь замуж? Разве ты не знаешь правила совета? Дочь влюбилась. Он очень хороший человек. Мы подумали, что он подойдет ей. Не важно, что ты подумал о нем. Важно, что мы думаем об этом. Теперь наш народ вынужден поступать так, как решит Верховный Совет.
Смешанные браки – это хитрая уловка государства, чтобы ассимилировать и уничтожить наш народ. Найди себе зятя, который подходит нашему мировоззрению. Если не сможешь найти, приходи к нам, мы тебе поможем. Давай, иди. Господин Джамали, мы должны срочно собрать исполнительный совет. Ты что, думаешь, что исполнительный совет – это группа шоферов, готовых собираться по твоему желанию? Я слышала, что кто-то пытается внедрить своих людей в Верховный Совет. Ты думаешь, мы не должны обсудить это дело? Кто это сказал? Ты знаешь, насколько это серьезно – обвинять наших друзей в предательстве, не имея никаких доказательств? Я же говорю, что государство пытается стравить нас. Все имеют дело с разными государственными организациями. В таком важном деле я могу положиться только на тебя. Поэтому я хочу, чтобы ты собрал управленческий совет. Хорошо, но мне придется сначала поговорить с начальником. Если они сочтут это важным, мы соберем совет в удобное время. Но ты не должна забывать, что эта информация может быть ложной, специально придуманной государством. Возможно, они хотят подлить масло в огонь, чтобы мы передрались между собой. Кто его знает? В чем дело, Джамаль? Я смотрю, находясь в городе, и ты начал рассуждать так же, как они. Были времена, когда ты действовал сразу. Ты не забыл? Слушаю вас, госпожа судья. Господин прокурор, кажется, вы пропустили кое-что. Что вы имеете в виду? Вы разоблачили людей, которые были внедрены в ряды организации. Вы подвергли опасности их жизни как внутри, так и за пределами организации. На кону честь нашего государства. Наши обязательства состоят в том, чтобы вносить приговор. Нас не касается политика. Это слушание и так было политическим слушанием. Этот суд был политическим судом. Если вы не предпримете меры, мне придется оповестить об этом государственные спецслужбы. Госпожа судья, они и так об этом знают. Каждый должен делать свое дело и смириться с последствиями. Послушайте, вы играете с жизнью людей. Мы должны брать это во внимание. Когда вы носите приговоры, вы должны определить, действительно ли эти люди совершали преступления, на какое учреждение они работают и какие из их действий были вне закона, а какие были законными. Это решение суда. Прокуратура приняла именно такое решение. А вы можете уведомить любые инстанции. Все готовы к операции? Готовы, брат. Не спешите стрелять. Ждите удобного случая. Хорошо, брат. Будьте очень бдительны. Они не должны заподозрить нас. Брат, они уже идут. Будьте готовы. Махмуд, идите к ним навстречу. Идите. Мы будем стрелять одновременно с трех сторон. Он вышел из дома. Давай, жми на газ. Вы что, тупые? Я же сказал вам не спешить. Уходите живо. Уходите. Вы видели, кто это был? Я не видел, но наверняка это псы Яшара. Поехали. Яшар должен заплатить за это. Чакыр, они поспешили и опозорились. Но ты не должен спешить. Подумай об этом.
Где дядя? Он ушел по делам. А вы что тут расселись? Уходите. Невзад звонит. Говори, как ни в чем не бывало. Алло, Невзад? Как дела, дорогая? А как может быть? Сижу с друзьями. Какие друзья? Тебе-то что? Какое твое дело? Какое мое дело? А ты разве говоришь мне, где ты, с кем ты и что делаешь? Сонгюль, ну где я могу быть? Я рядом с дядей. Я больше тебе не верю. И хватит тянуть. Я надоела тебе. Что ты говоришь, Сонгюль? Как ты можешь надоесть мне? Но я устала ждать тебя. Тот, кто меня любит, должен быть рядом. Сонгюль! Ты что наделала? Я знаю, что делаю. Сейчас он прибежит ко мне, как миленький. Кто только не звонил мне, чтобы я отпустил тебя. Вашингтон, Пентагон, Лэнгли. Пока они только звонят. Если ты будешь держать меня, они отправят тебя туда же, куда и Джозефа. Я здесь благодаря Джозефу. И я не собираюсь к нему, не решив этого дела. Подписывай. Разве признания на видео недостаточно? Шамир, тебе все равно придется ответить за смерть Джозефа и за твою дерзкую попытку убить меня. Ты понял меня? Ты не всемогущий, я могу застрелить тебя. Ты наверняка не думал об этом, что я могу это сделать. Ты не посмеешь этого сделать. ЦРУ устраняло людей и поважнее тебя, Шамир. Тебе удалось заставить меня подписать это. И я передумал убивать тебя. Такого человека, как ты, трудно найти. Я возьму тебя к себе. Ты всю жизнь будешь служить мне. Ты нашел Изета? Пришлось нелегко, но я нашел его. Как моя дочь? Ваша дочь в порядке. Ему нужен Полат. Ему не нужны ни вы, ни Инджиханы. Что он хочет за свободу Инджи? Полата.
Это сложно, но я могу постараться. Я знаю. Я сам видел, как вы жертвуете людьми ради своего блага. Но не волнуйтесь, Изет облегчил вам задачу. Можете не волноваться, Давуд Бей. Сколько он просит? $400 миллионов. Хорошо. Господин, вам пришло уведомление. Это связано с переводом Шамира? Нет, господин. Он признался, чего они еще хотят? Я очень сожалею, господин. Господин, вас уволили. Абдульхей. Есть новости от Давуда? Нет. Очень странно, что он так долго молчит. Брат, он ведь и американцам не отдал дочь. Он наверняка что-то предпримет. Надеюсь, что он не сидит, как мы, сложа руки, Абдульхей. Слушаю, Джахид. Брат, к дому подходит мужчина. Хорошо, Джахид, следуй за ним, чтобы мы не потеряли его. Хорошо, брат. Заходи. Раздевайся. Где Изет? Я не могу вам сказать. Ты его племянник? Да. Скажи, где Изет? Не могу. Дядя убьет меня. Я не позволю, чтобы тебе причинили вред. Я не могу. Я не могу предать дядю. Брат, почему ты нянчишься? Позволь мне преподнести ему урок. Даю тебе шанс сказать все честно. Иначе с тобой будет говорить Абдульхей, и ты больше не посмеешь взглянуть на свою невесту. Как ты мог так поступить? У тебя есть совесть? У тебя сердце есть? Где твоя честь? Невзат, я ведь только добром отвечала тебе. Что я тебе сделала? Я сказал, что не смогу. Сказал, что я не буду. Но дядя пригрозил. Сказал, что он то же самое сделает с Сёнгюль. Я сделал это, чтобы защитить тебя. Поверь мне. Раз ты не смог убить дядю, почему себя не убил? Сонгюль, прошу тебя. Раз у тебя нет смелости, у меня она есть. Держи!
Отпусти меня! Этот негодяй не имеет права жить! Отпустите! Невестка! Невестка! Простите меня! Простите, невестка! Где Изет? Говори. В Картале. Футбольное поле. Господин, Давуд перечислил деньги. Давуд сдержал слово, и мы сдержим. Отправьте Мите его долю. Я не хочу проблем. Слушаюсь, господин. Доктор, как ее состояние? Скоро придет отец Энджиханем, чтобы забрать ее. Господин, ей нельзя вставать. Проследите, чтобы с ней все было нормально, пока мы ее не отдали. Хорошо? Хорошо. Приведи сюда Давута и позови мне Низата. Где он ходит? Хорошо, господин. Абдульхей, позвони Мимати. Недоступен, брат. Господин, Низат ушел. Как ушел? Куда вы глядели? Найдите его срочно! Господин, Давуд Бей скоро придет. Брат, а ты уверен, что этот тип не обманул нас? Раз и Давуд здесь, это правильный адрес. Зачем он пришел сюда? Он собирается выкупить дочь у Изета. А что мы будем делать? Идемте. Ваши люди должны остаться здесь. Где моя дочь? В эту сторону. Брат, одну минуточку. Брат, пришел Полат Алимдар. Ты не сдержал слова? Полат Алимдар не уйдет отсюда живым. Идем. Идем, я сказал. Инджи! Что вы сделали с моей дочерью? Твоя дочь в порядке, Давуд Бей. Мы собирались вам ее отдать. Но вы не сдержали слова. Послушай, если ты оставишь нас в покое, я помогу тебе убить Полата.
Инджи. Инджи. Инджи, ты в порядке? Ребенок. Они украли моего ребенка.